Смотрите, какое красивое небо. Это мы вечером сейчас идем погулять. Последний раз у нас такой вечерний променад. И такое красивое небо. Боже, как жалко отсюда уезжать. Аж до слез. Неописуемые пейзажи тут. Каждый день новая картина. Каждый вечер, каждое утро. Это набережная, завтра отсюда будем уезжать в Неаполь. Вот этот, да? Вот этот, Мехмаш. Вот такой же у нас завтра будет. Такой большой, открытый с этой стороны. Да? Неаполь, видишь? Ага. Я беру мороженое Страчателло. Страшателло. А шоколадное вкусное? Да нет, ой, Леша. Оно никакое. Что ты, Леша, хотел? Одно фисташковое, а второе фисташки. И что тут еще хорошо? Что ты еще хочешь? Скажи мне. Шоколадное не нужно? Конево, конь. Что скажи? И ночола возьми. Будешь? Значит, ну Уна давай. Фисташки, ночола. Ты что будешь? Да мне тоже давай такое. Тоже? Да. Ого, не накладывают мороженое. Глянь, как они накладывают много. Не то, что у нас там шарики. Ого. Куда ты убил? Да. Кипарис такой. Фисташки. Советуют фисташковое. Ну, фисташковое вкусное, да. Где-то видел в Ютубе. Он сел ежить мороженое, сидеть, едять. Видишь, у них везде вот этот перчик растет. И перец. Ну, не как декор. Давай, не слизи мне мороженое. То же самое, Коля, взял. Я соби, да. Это такое же? Да. Бачишь? А, чудес. Я думал, у тебя Страчателло. Страчателло. Я сам как Страчателло. Ночью город оживает. Вот это я люблю такое. Ну, это типа сок со льдом. Красивый магазин. Сделаны как кубки, да, или что это? Смотри, остров этот замок. Замок этот цветущий олеандр. Мне девочка с арбузом нравится. Мне тоже нравится картина, это красиво. Как-то необычно, да? Угу. Как-то я заметил, что мне в последнее время картины нравятся. Это знак. Больно сейчас коллекционировать. Вообще. Мне кажется, что меня красиво. Мила влюбила в картины. Не знаю, что-то мне так нравится, я прям не знаю. Вот это тоже, да, потрясающе? Ну, большие нет, а вот такое что-то. Угу. Смотрите, какая шикарная такая ваза под что-то, не знаю, такие уточки. Петухи тоже по кругу крутятся. Вот слон. Типа табуретки в сад или куда это, я не знаю. Смотри, как красиво. Да. Какие тарелки он красивый. Угу. Он инжир. А у нас что-то такое есть, там в номере по краю лимоны. Да. У нас что-то наподобие. Элефант. Прям как на английском. Элефант. Сливочные игрушки. Леша, сливочными игрушками. Допался. А смотри, какая рыба красивая вот. Это? Угу. Это как крылатка. Ты себе не хотел бы такой шарик? 14 евро на елку, на память. Не знаю. Рукомойники какие.
женщина, как Мона Лиза, на бикрень схилила голову. В грудях виноград заткнула. Вот эти уточки красивые. Гриль тоже. Лимон такой. Я так и не хочу. Ну чего, у тебя как раз по стилю, мне кажется, елка под, под такие, да. А вот, посмотри, можно маленькие такие. Вот эта рыба красивая, смотри, тоже так сделана, нежная такая. Это вот. Угу. Это керамика. А, толстая. Толстая, да? Это стекло? Керамика. Керамика. А, керамика. Керамика. €6 это сколько, знаешь? Ну, такой 6 евро, это 10 гривен. Ну, такой стол, интересно, он тогда говорил, то ли 3000 евро. Какая ваза роскошная. Такие, как мужчины. Ты что это? Держит такую. Ого, тут крышка. Расхекаешь такую крышку и заплатишь. Непонятно, что для них вот это ярила получается или что это? Языческий бог. И желебе с этим. Ну, тюлеса. Даже иконы сделаны в таком стиле. Смотрите, какие котики красивые. Сколько таких котик стоят? А. Агнеш, а Малгоса. 33 евро такой кот большой. Ну я взял бы себе маленького котика, вот такого взял бы. Сколько стоит такой котик? 11 евро. Я, наверное, куплю себе такого кота. Я себе такого кота хочу. Вот этого на память. Красивый. Угу. Это вот они, 11 евро стоит. А мне вот такой вот нравится. Лучше себе вот такого собрать. Не, Коля, это большие, громоздкие, их некуда ставить, нет. Нет, большие, нет. Мне хочется вот такого котика. А мне слоны нравятся. Вот смотри, какой вот этот классный. Вон, ты уже кот такой, да? Вот этот вообще шикарный. Смотри, какой классный. Лучше себе такого возьми. В лимонах. Да, так это хоть Томас не расхекает. И вот этот еще классный. Вот это тоже классный. Мне нравятся такие статуэточки маленькие, аккуратные, вот, чтобы места много не занимали. Мне слоны вот такие вот нравятся. Вот такие вот слоны нравятся. Малгуса, где мои утренние газеты? Я тебя уволю без выходного пособия. Еще раз опоздаешь. Не знаю, я хочу такого котика, вот маленького. Может такого взять. Ну просто я не потому, что там цена, а потому что, ну, знаете, упадет, расхекается. Ну, такого возьму. Пусть будет котик. Это кот или нет? Он еще моя тема. Боже, елки. О боже. Хочешь снять? Ее нельзя вынести, такую елку. Давай, можно. Можно? Все в твоих руках. Вот эти мне нравятся очень, смотри, красивые. Арлекины тоже как их символ. Мне можно Игорьку такой на подарок взять. Красиво. А кстати, да. То ничего, Игорьку ж не это самое. Недорогие. Недорогие, да. 30 с чем-то евро. 50 евро, там это дорого, конечно. Сделано полностью ветки. В общем, красиво очень. Тебе нравится? Угу. Это какая елка шикарная. Украшенная морскими звездами. Угу. Прикольно. Наверху осьминог просто звезды. Осьминог есть. Я взял себе такого кота. Повезу домой, красавца. Резя.
У тебя вот петуха родился, такой петух красивый, с сережками. Меня в детстве петухи не любили, почему-то били. У нас петух был такой, что прямо аж гонялся за мной. 360 евро такой петух стоит. Я довольный, что купил себе такую это котика. Уже у меня так случилось, что получилась небольшая коллекция котиков, поэтому я уже пополняю ее. Смотрите, какая красивая кастрюлька в виде капусты. Сделана крышка. Я думаю, что можно в духовке, да, такое запекать, если керамика. Mm-hmm. Mm-hmm. Нет, в духовке нельзя, краска слезет. Разве? Конечно, вы что? Как? Закаленная больше температура, чем это в духовке, наверное, я думаю. Ну, я тоже так. Запекается при 600 там. Да, а в духовке максимум 200. Боже, какие часы классные. Офигеть. Вот эти с фруктами. Очень красивые. 155 евро, очень красивые. Mm-hmm. Шляпу. Маме такую шляпу привезли. Ага. Мама носы. С лимончиками. Мои лимончики. Жарко будет. 90 евро. Ого, перец такой. Классная посуда, красивая. Здесь как оторвется вот эта крышка. Опять веса. Кофейные такие наборы. Ну вот куда ты такой будешь? Это знаешь, когда дом большой где-то для... Куда ты будешь это вот квартиру лепить, допустим? Понятно. Некуда. Все красиво, все прекрасно. Но куда ты такой понабираешь? Куда? Дерево. Да ну. Красиво, работа красивая. Материал натуральный. А? Тебе правда нравится? Ну да. Ну поставить тебе некуда это все, понимаешь? Это же на стены вышло. Маки. Красные маки. Вот, так, вот эта штучка интересная, видишь, для ложек, вилок. А вот смотри, базилика. Да, для специй. Это сахар. Вот сукер, да, тоже сахарница. Для перца, пепперони. Моцарелла. Угу. Моцарелла. Ничего себе. Ну, это, знаешь, в одном стиле. А ты, чтобы выбрасывать то, что у тебя было, знаешь, делаешь, как детский садик, как ясли. Оно же как детский садик, видишь, выглядит. Не, ну как... Ну, к чему это? Для вот для ванны, для чего? Крючки, да, для полотенец. Ну, к чему это ты навесишь? Какие... Ну да. Ну так а что ты? Новый ясель, как будешь сидеть вот в этой керамике. Красивые, конечно, вот эти блюда. Или блюда, правильно говорится. Смотри, какое шикарное. Рыбу какую-то подать, или я не знаю, что тут можно. Салат какой-то. То есть ты не против бы такого? Ну, я тебе говорю, это ну, не в однокомнатной квартире. Вот эта кастрюлька. Угу. Коля, что ты дивишься для ложки? Ну, это красиво, да? Угу. Очень красиво. Видишь, тут скидки идут. Вот, 8 евро такая. Да. А там вообще шикарно. Вот такие наборы. Ты угу. Что, я вот для своего дома. Ну, пошли. Леха, смотри. Иди сюда. Морской коник или что это? Или... Очень красиво. Ой, как-то пока там оно у них стоит, чтобы не упало. Слышишь, Леша, ну ты купишь такую тарелку, насыпешь себе сюда салата винегрета, и как ты будешь ее доставать оттуда, когда мыть? Мы же что-то не понимаем, но мне кажется, это очень неудобно мыть, особенно вот в этих раковинах. Оно позалазит, вся еда, и вот эти вот интересные для салата, по-моему, ложки, салат накладывать. Вот красивое блюдо. Но опять-таки вот эти вот декорации как-то не свистят. Вот это шикарно. Смотри, Леша, ну ты положишь что-то в салатницу и опять такие вот эти вот декорации, понимаешь, на тарелке.
Как ты будешь вот это мыть? Даже не представляю. А это что такое? Угу. Это день недели, видишь? Месяца, август. Да, как там тут, наверное, указатели какие-то. Угу. Тыкаешь куда-то. Такие магниты, да? Нет. Это Томасу быстро расхекать магнит. Вот это знаешь для чего, Гоша? Выдавливать лимон, да. Очень удобная штука. Вообще, ну прям выдавливает все для дотла. Вот такая. Мне кондавится, сейчас тебе скажу. Ну такая. О, детский сад. Мне кажется. Вот это, наверное. Что там, осьминог, да? Чему это? Вот что, это в ясельках? Море, это подарок иски. Вот лимоны на иски растут. Ну да. Мне кажется, красная, красивая. Говорит, осьминог к чему? Это что, в ясельках? Ну, такая, знаешь, для деточек. Это осьминожек. Вот так умеет. Тыть. Сколько людей вечером ходит по городу. Тейся Порте у нас называется город. Там, где порт, когда приплываешь, это коммуна из Депорта. Кстати, Леша, ты заметил ихнюю реакцию? Ты заходишь, снимаешь, никто даже не смотрит. Все спокойные. Угу. У нас мы уже подняли, говорили, не снимайте, нельзя. Кроссовки, магазин с кроссовками. Вот это очень хорошие, удобные кроссовки, чтобы познали. Дома вы такие не найдете за такую цену. Да? Только это такие типа баскетбольные, футбольные. Вот такие, Леша, тапочки. Леша, любители тапочки купить. А ну покажи. Ух ты. Угу. Из материала сделано, и что они тебе ногу не передавливают, и сеточками. Ну это я буду ходить, как, знаешь... Старушка, я пошла поглядывать. Марка, да. Это ткань, но марка, нет? Понятно, что ткань, но я просто, что это фирма. Ну, удобно. Это Adidas, да? Конечно. А где сделано? Подошва сделана. Adidas? Бангладеш. А у меня иероглифы китайские внизу. Ну, да, то, что ли. Бангладеш. Медленно. А где он их взял? Это все на один мотив дивишься. Коля дивится на один мотив, знаешь. Тряпочка. Коля, а вот эти хорошие? Не, Леша, мы тут не будем покупать, мы в Риме возьмем подешевле. Леша, а вот эти, ты такие одев? Такие классные, это очень удобные. Ну что, вы смеетесь, это очень классные кроссовки. Смотри, как тут прошито все. А где они сделаны? Ну смотри, тут написано on label. Вот эти мне нравятся очень. Made in Vietnam. Оно даже качество, вот попробуй, возьми. Вьетнам. Ну, такая, Вьетнам хорошо шеет, это не Китай. Вьетнам наоборот намного лучше шеет. Темные очень классные. Даже качество, вот посмотри, какое оно. Резина прорезиненная, смотри, какая подошва. Они очень классные. Ты не считаешь, что там надо смотреть, когда что-то нам надо? Ты надо смотреть, как они смотрятся, что на любителя, не каждый. Что мы как с Самвелом пойдем в Мигу или куда-то, он... Ой, это там надо, вот это там. Собака красивая. Знаешь, как статуэтка. Я хочу кота на исти найти. Кота. Какой-нибудь, да. Я только видел во дворе черную кошку. А, ну я хочу кота рыжего найти. Женский магазин красивый с вещами.
сова. Это церковь. На каждом шагу. Это их национальное, видишь, они лыпаются. Вон опять бутылки. Я люблю смотреть в толпу, знаете, когда люди идут. Это как вот есть такие режиссеры гениальные, когда они умеют поставить массовку хорошо, когда люди идут туда-сюда. Просто смотришь, народ вот такой, какой он есть. Церковь. 18 лет. Что-то написал, задрали эти церковь. Что-то написал? Безбожно. Задрали эти церковь. А, еще вас кладбищами не задрали. Да, еще подождите. Еще на итальянское кладбище собираемся. Оно круглосуточное. Делаем трансляцию. Каких там? Я хотел на сестру Пушкина найти и Голицыных. Ну там надо посмотреть. Аттракционы, кладбище. Барахолка уже не попадаем. А нема такого, чтобы на кладбище аттракционы были. Да. Чтоб прям на кладбище были аттракционы. Да. Чтоб сразу сделать. Прямо на самом кладбище. И то, и другое. Вот смотри картины. Давайте, это не антиквариат, да? Я только по антиквариату. Я антиквариат, это знаешь, как комедия. Впечатление, будто эта улица никогда не закончится. Мы уже идем. Да. О, купальники такие женские, сплошные, раздельные. И что, и померяем? Выкручивай лифчик, как ты говоришь. Выкручивай трусы и лифчик. Это для поваров такие, для кухни, в общем. Переднички, прихватки, шапочки. Ну, да.